Представься, как тебя зовут? Никита. А фамилия? Манец. На будущий год пойдешь в школу? Да. Угу. Но еще я уже пошел, только осенью. Но следующей осенью у меня уже будет день рождения. Вот так. Ты в кино снимался? Да. Очень много раз. Да ладно. Даже в рекламу. Да перестань. Да. Не говори никому про это. Скажи мне, какая из ролей в кино тебе больше запомнилась? Мне понравилось в детском мире. И Петелинка. Петелинка и детский мир. Да? Да. Понятно. Еще ночная реклама была. Да ладно тебе, не рассказывай про рекламу никому. Шутки как-то. Это реклама. Да ладно, все. Посмотри-ка вправо. Вот профиль я тебя сниму. Вот так вот. Хорошо. Поворачивайся, Никита. Хорошо. Спасибо. За бури колышется ветром, колышется ветром бумажный листок. Пропала собака по кличке Дружок. Пропала собака по кличке Дружок. Щенок белоснежный, лишь рыжие пятна и кисточка и хвост. Он очень занятный, совсем еще глупый, доверчивый пес.